Печальными назвали итоги проведенного рейда саратовские общественники. Несколько дней назад члены общественной палаты совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверили саратовские сетевые магазины на предмет нарушений. Их выявили достаточно, чтобы схватиться за головы. Так, после проведенной экспертизы оказалось, что 50% продукции, взятой на анализ из магазина «Магнит», не соответствуют заявленным требованиям. Во-первых, в составе товара присутствует слишком много консервантов и некачественных добавок. Во-вторых, продукция хранится с несоблюдением норм, не говоря уже о сроках годности. Поэтому общественники решили, что нужно напрямую связаться с руководством сетевого магазина. Они направили письмо гендиректору «Магнита» с просьбой пообщаться с ними и попытаться решить проблему некачественной продукции. Это не первый наш выход на проверку. И каждый раз мы сталкиваемся вот с одними и теми же проблемами. Поэтому мы это будем, вот это сделаем, ну, посмотрим, как он отреагирует.